Смирно! Спасибо, командир Мейсон. Взгляните на этого красавца. Тянь Чжао по кличке Председатель, лидер китайских военных и командующий войсками коалиции сил самообороны. Этот засранец действует жестко, даже с китайским правительством. Они контролируют его не больше, чем мы. Эта кошка гуляет сама по себе. Председатель Чжао выкручивает России яйца по полной. Командор. Если Россия сломается и примкнет к силам самообороны, это будет крупнейшая армия на планете. Именно этого и добивается Менендес. Натравливает сверхдержавы друг на друга. Сейчас и Иран, и Индия под угрозой. Силы самообороны делают ход, и Аксо надо вмешаться. Первый удар застал нас врасплох и повредил нашу основную систему обороны. Мы сдержали натиск, но наш полк практически истреблен. Долго мы не продержимся. Это силы самообороны, командир? На нас напали дроны из земли и из воздуха. БПР «Спектр» играет ключевую роль в защите северной границы Индии. Для быстрого реагирования придется отправлять десант. Главная задача противника — уничтожить сеть обороны, нейтрализовав генераторы и спутниковые установки. Если ему это удастся, мы не сможем помешать врагу проникнуть в центр управления. Если это произойдет, БПР «Спектр» падет, и путь в Индию будет открыт. Камеры нашли, ими сигнал хороший. Всем ждать приказа. Ладно, только проведу пару системных проверок и тестов. Давайте убедимся, что все работает, прежде чем приступать к делу. Проверка работоспособности управления Клау. Ждите. Установлено прямое управление Клау. Проверка оружейных систем. Проверим еще сигнал с камер пехоты. Связь с камерой на шлеме установлена. Ретрансляция пехотного интерфейса подтверждена. Еще проверю работоспособность камеры турели. Переход на управление турелью. Оружейные системы включены. Проверка спутникового сигнала. Переключение на тактическую карту. Проведем пару тестов передвижения. Вещание с камеры Клау включено. Клау переходит на позицию. Прекрасно. Ладно, проведем пару простых пехотных маневров. Указан, выдвигаемся. Отлично. Отряды обыскивают территорию. В
Переходим к указанному пункту. Прекрасно. Еще раз проверим сигнал с камеры пехоты. Подтверждено, сигнал отличный. Так, сбросим тестовый дрон в зону операции. Упражнение дальней стрельбы. И еще раз проверю тактический вид. Выбранный отряд, ждите цель. В атаку. Вражеский АСД уничтожен. Еще раз проверим пехотные маневры на всякий случай. Пехота под прямым управлением. Перейти к отметке. Подтверждаю, смена позиции. Неплохо. И последний раз, все вместе. Всем переместиться на позицию. Так, вроде все в порядке. Молодцы. В следующий раз все будет по-настоящему. Как только все отряды приземлятся, установите защитный периметр. Вражеский транспорт прибудет через одну минуту. Все войска на земле. Установка периметра. Защитные двери функционируют благодаря антенне, трансформатору и градирне. Если обе позиции падут, противник получит доступ к центральному серверу. Открываем огонь по вражеской пехоте. Враг атакует спутниковую антенну. Мы несем потери. Есть попадание. У нас раненые. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Мы несем потери. Спутниковая антенна под огнем врага. Готов. Вражеский клау уничтожен. Ведем огонь по вражеской пехоте. Мы несем потери. Противник атакует трансформатор. У нас раненые. Запрашиваем немедленную эвакуацию. У нас раненые. Запрашиваем немедленную эвакуацию. Подтверждаю, новые войска наготове. Пехота направляется к отметке. Противник пытается уничтожить спутниковую антенну. Вражеский квад подбит.
У нас раненый. Запрашиваем немедленную эвакуацию. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Спутниковая антенна под огнем врага. Противник атакует градирню. Враг повредил трансформатор. У нас раненые. Запрашиваем немедленную эвакуацию. У нас раненые. Запрашиваем немедленную эвакуацию. Градирня под обстрелом. Отразите атаку противника. Противник пытается уничтожить спутниковую антенну. Противник атакует градирню. Вражеский квад нейтрализован. Внимание, градирня под обстрелом. Противник атакует градирню. Ему конец. Вражеский квад сбит. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Огонь по вражеской пехоте. Мы несем потери. Подтверждаю, новые войска наготове. Огонь по вражеским клау. У нас раненые. Запрашиваем немедленную эвакуацию. Спутниковая антенна под огнем врага. Градирня под обстрелом. Отразите атаку противника. Противник атакует трансформатор. Трансформатор скоро выйдет из строя. Внимание, градирня под обстрелом. Враг атакует спутниковую антенну. Враг повредил трансформатор. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Градирня под обстрелом. Отразите атаку противника. Трансформатор базы под обстрелом. Трансформатор базы выведен из строя. Внимание, градирня под обстрелом. Мы несем потери. Мы потеряли градирню. Защитные двери отключены. Защитные двери отключены. Враг проник внутрь. Готов. Открываем огонь по вражеским АСД. Подтверждаю. Вражеский квад сбит. Открываем огонь по вражеским квадам. Угроза ЭМИ. Уничтожьте заряд. Противник установил ЭМИ заряд на центральном сервере. Есть попадание. Вражеский квад нейтрализован. Связь с камерой на шлеме установлена. Готов! Ему конец! Враг уничтожил нас упоры! Враг уничтожен! Орел ранен! Подтверждаю, новые войска наготове. Есть попадание! Угроза ликвидирована! Угроза ликвидирована! Готов! АСД противник уничтожен! Враг уничтожен.
уничтожен! Тут человек кровью истекает! У нас! Ведем огонь по вражеским клау! Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Атакует спутниковую антенну. Контакт! Яблочко! Угроза ликвидирована. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Человек кровью истекает. Ведем огонь по вражеской пехоте. Переходим на позицию для атаки пехоты. Уничтожьте ЭМИ заряд. Войска подкрепления приближаются. У нас раненые. Запрашиваем немедленную эвакуацию. Подтверждаю, новые войска наготове. Прямое командование пехотой. АСД противника уничтожен. Готов. Переходим на позицию для атаки пехоты. Тут человек кровью истекает. Угроза подрыва вражеского ЭМИ. Центральный сервер в опасности. Войска подкрепления приближаются. Ему конец. Ведем огонь по вражеской пехоте. Яблочко. Тут человек кровью истекает. Огонь по вражеским клау. Готов. Раненый. Переходим на позицию для атаки пехоты. Подтверждаю. Вражеский клау уничтожен. Вражеский АСД уничтожен. Тот человек кровью истекает. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Одним АСД меньше. Враг уничтожен. Адская работа, Мейсон.
чего так долго? Значит, босс вернулся. А теперь давай за этой мразью Менендеса. Он винит твоего отца в гибели своей сестры. А еще он винит Вудса. А теперь ему нужен ты. Чувак. По-моему, Менендесу скоро конец. Что-то мне такое мерещится. Из детства, про ночь, когда отец умер. С чего вдруг? Да ну нахрен! Надо было посильнее тебе врезать. Вудс дал нам все кусочки мозаики. Осталось только их сложить. Менендес был в Никарагуа. Это мы узнали от Кравченко. Там щербатый Мануэль Нарьега предложил его нам на блюдечке с голубой каемочкой. Одно из преимуществ президента Панамы – возможность использовать армию для своих личных целей. И бесконечно мудрое руководство ЦРУ согласилось на сделку. Белый дом выписал Нарьеге чек на $1 000 000, и все разошлись довольные. А нас отправили в джунгли. Случившееся в Никарагуа было не запланировано. Мы гражданских не трогаем. Все совпадает. Это Рауль Менендес. Я же сказал, он будет здесь. Ваши люди готовы выдвигаться? По первому слову. Давайте. Выдвигайтесь. Не будем херней маяться, парни. Поджарим этого мудака. У нас не такой приказ, Вудс. Его надо брать живым. Я же просил, меня не беспокоить! Какого черта? Тронешь мою сестру, и ты покойник! Жозефина! Рада тварь! Жозефина! Идило! Та лока на ремате! ¡Denme un sedante! ¡Ténganlo quieto! ¡Rápido! Josefina. ¡Despierta! ¡He dicho despierta! ¿Se lo quito? ¿En silencio? Sí. No somos cuatro para restringirlo. Нас никто не видел. Я спас тебе жизнь. Ты чуть не попал в лапы американцев. Назовем это одолжение.